И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, и будем же смотреть, какой аниматроник самый быстрый, если упьете и кушаете. Приятного аппетита! Всем привет! На счет три. Раз, два, три. А я быстрее старт! Димон, ты меня догоняешь, ребята, Бонни быстрее! Димон, я думал, они одинаковые, ребята, смотрите, Бонька быстрее! Ладно, понял. Ты тогда Бонни Димона ставь, я возьму другого аниматроника и посмотрим с этого бака, какой самый быстрый. Это будет Фокс. Логично. Хорошо, давай Фокс. Дима, смотри, кто у меня. Нет, все, не будем соревноваться. Тут давай без забора на счет три. И так будет нормально. Давай, раз. Давай. Два. Раз, два, три. Три, давай. А я бегу за Фокси. Он так прикольно бежит. Трин-трин-трин-трин. Ребята, лайк за бег. А ты что, лунный поход? Лунной походкой. Я тебя быстрее. Ну что, Димончик? Да, ну видно, да. Да, Фокси, мы знали, что Фокси быстрее. Два тогда ты бери. Я Фокс? Да. А я Фредди. Ага, давай, раз. Или давай беги, оно и так видно. Ладно, давай другого. Не будем бежать до конца, это смысла нет. Мы просто же выясняем, кто быстрее. Голден Фредди. Давай. Я даже быстрее задом бегу. Давай, давай, догоняй. А давай фору тебя дам, смогу догнать? Не догоняю. А не, догоняю. Это я прям. Они одинаково бегут или мы чуть-чуть быстрее? Да, они одинаково бегут, Димас. А ну давай еще чуть-чуть пробежим. Подожди, я так и не увидел. А ну давай. Так, стоп. Я твой забор ломаю. Ребята, это смешно. Да давай беги, увидим и так. Нет, стоп, я знаешь, что хочу сделать. Вот так давай посмотрим. А, давай. Да ты беги, я за тобой буду бежать. Ай, мы увидим и так, кто быстрее. Если я догоняю, значит я быстрее. Смотри, Димон, на писечку быстрее. Смотри, чуть-чуть обгоняйте, смотри. Ребята, я обгоняю его. Так, тогда бери обычного Фредди. Подожди, ты уже брал обычного Фредди, я его уделываю. Бери с другого пака. Короче, Фокси самый быстрый. Быстрый, да, из этого пака первого. Да ну это Челикс. Ничего себе, он стартанул. Не, я быстрее, я даже боком быстрее бегу. Класс. Ладно, давай. Мангл можно не пробовать. Да, это, ребята, конечно, можно не пробовать. Она очень медленная. Она такая чилиха еще та. О. Не, быстрее, видишь, даже боком бегу. Так, а давай Бонни. А ну давай. О, Бонни уже побыстрее. О, кстати, а ну давай беги, я буду за тобой. Догоню я тебя или нет? Нет, Фокси чуть-чуть быстрее, Димон, смотри, на писечку. Догоняю. Так, ну я делал, кстати, ставки на Фокси. Ребята, давайте, пока мы не закончили эксперимент, напишите в комментариях, как вы думаете, какой аниматроник самый быстрый будет? Будет интересно почитать, потому что еще не закончен эксперимент. Давай. О, давай. Нет, все равно, видишь, Фокси обгоняет. Да. Знаешь, вот все, в принципе, осталось только мы. Ага. Да нет, это называется прощай. Блин, Димон, мне кажется, марионетку из FNAF 6 только там сможет сделать Бэйби. Че, как ее там Бэйби забыл? Не Бэйби зовут. Да. Так, давай, так, короче... Не, так ты бери марионетку, будем искать, кто будет быстрее марионетки или нет. Не? О, тоже быстрая. Так, это у нас второй пак. Возьми марионетку, а я буду Балорой. Давай, марионетку. Окей, давай, беру. Погнали. Раз, два, три. Нет, марионетка быстрее. Ух ты. Она намного быстрее, ничего себе. О, Димон, нет. Угон быстрый. А ну давай попробуем, смогу я тебя догнать или нет? Или ты меня догони? Давай. Так, как стоячего. Как будто я не бегу, а на месте стою, ребят. Это классно. Давай, короче, давай дальше. Циркус Бэби бедит, циркус. Видишь, FNAF Sister Location. Да, вот. Во, уго кабаниха. Ну давай, я побежал. Ого, скорость! Одинаково, Димон. А, одинаково? А ну два на счет три. Да, я заметил. Раз, два, три. Да, ребята, одинаково бегут. Да. Не одинаково. Да, это видно, что одинаково. Ну ладно. Кого еще взять? Давай с FNAF 6. Вот, Скрэп Бэйби. Я знал, что ее Бэйби, просто забыл, что Скрэп. Вот мне кажется, она на конячках. Смотри, давай, беги, догоняйте или нет? Одинаково, Димончик. Да, одинаково. Одинаково, да, я вижу, ты не отдаляйся, не приближайся. А ну этот. Ого, он шагает, такие звуки. Я догоняю тебя, Димончик, чуть-чуть, догоняю. Нет, Скрэй Бэйби быстрее. Нет, это я просто треснавливаю. А, я понял. А ну мне этот. Кажется,
Ого, он побежал. Ну-ну-ну-ну-ну. Догоняй, не догоняй. Одинаково, Димончик. Короче, с FNAF 6 все одинаково бегают? Да, да, они все одинаково. Так, кто еще там есть? Так, Shadow Trap. О, он медленный, походу. Да. Да, я его уделываю. Так, с места и уделал. Зато Димас, он когда под землей бегает, он быстрее перемещается. Смотри, оп. Смотри, сразу. Ничего себе, так нечестно. А ну здесь вылези где-то. Ого! Смотри, не, ну конечно смотри, он. Оп, смотри, я буду там сейчас за 2 секунды. А ну давай проверим, кто быстрее. Димон, технически твой аниматроник быстрее. Да, если вот там вот такой штукой, то да, он. Блин, очень он очень имбовый, он крутой. Значит, бери, Димас, из Sister Location Circus Baby. Она самая быстрая. И проверим, давай, кто взял. Вот этот или вот этот. Давай. Раз, два, три. Догоняешь? Не? Медленнее бегает? Так Бонни тоже медленный. Тоже. Очень быстро бегает, конечно, Чели. Вот этот... Челиха моя. Блин, нет! Уделывает все. Димас так понял. Знаешь, что надо, чтобы вот тестер Circus Baby, а я буду из Twisted аниматроника. О, ребята, это новые аниматроники, и мы вам покажем их всех скримеры и как они бегают. Да. Мы их еще ни разу не снимали, это первый раз они в нашем ролике. Так что по-любому мы покажем скримеры, но в конце ролика как бонус. Ну что, побежали? Раз, два. Нет, Димон, я догоняю тебя. Догоняю? Да, догоняю, догоняю. Давай назад. Ой, ты что, я испугался, это я изнутри себя увидел. Смотри, смотри, Бэйби догоняет. Опа, видишь, вот, Димончик, нет, она быстрее. Вокруг пиццерии. Ну да. Давай, погнали, кружочек. А я бегу, бегу на работу в пиццерию. Че, Димончик, видишь, какая она быстрая? Мне кажется, они одинаково бегают. Не, я тебя догонял по прямой. Это видно. Да? Да-да-да, чуть-чуть быстрее, вот как Фокси был быстрее. О, смотри, этот классный. Фокси. Давай. Да, Димончик, догоняй его. Смотри, сейчас перегоню тебя, видишь? Догоняю, догоняю. О. А эти одинаковые... Не, тоже догоняй его, Димончик. Тоже она чуть-чуть быстрее. Это разворачивался. А ну беги, догоню сейчас. Не разворачивайся только, а ну беги просто. Давай. Смотри, Димончик. По прямой тебя. Она быстрее. Так классно бегать аниматроником, который быстрее. Не, о, нет, это инвалидус. Он очень медленно ходит. Самые быстрые аниматроники. Кто из них самый быстрый? А, ну давай, вокруг пиццерии, погнали. Раз, два, три. Ну ты волчара еще тот. У него классный походняк. Ну Скрайбэби его догоняет. Димончик, смотри. Скорочу, скорочу. Я первый. Видишь? Она что, самая быстрая из аниматроника всех? Это Циркус Бэйби, это не Скраб Бэйби, это Циркус. Я знаю, я знаю. Она самая быстрючая. Ты что, она всех уделала? А ну-ка, давай кто сильнее. Ах ты, блин, я испугался чуть-чуть, ребята, он реально испугался. Да, это было классно. Давай, короче, ты мне сейчас, короче, покажешь все скримеры, а потом я тебя побиваю, да, покажу да, тебе все скримеры. Так, давай постобработку, потому что подзависает немножко. Это мотня. Так, давай. Ух, я даже не ожидал предупреждать, так у меня сжалось одно место. Так, давай еще показать. Ну, еще разок. Ох ты. Классно у него кариес на зубах. Мне нравится это. И челюсти боковые выдвигаются так, фу. И проволоку видно. О, классный такой. Это топово. Так, что ты всех уже показал или еще нет? О, вот. А ну не убивай меня, я его рассмотрю. Ребята, смотрите, какой он классный. У него, получается, двойные челюсти, а крючок имбовый какой. Смотри, он с пячки. Он очень детализированный, очень, Димон. У тебя под хвостом говно какое-то. Вот ты убери. Жопу не вытер. Убери. Ну давай. Смотри, как это делает. Прикольно. Типа, он здоровается, типа, хай. Этот спит. Ой, я не ожиданчик. Знаешь, как будто мне с головы прописал так. Бух, типа. На. Угу. Так, что, всех показал? А нет, еще это челик здоровый. Он все челюсти открывает, Димон. А ну дай за скриншотю. Это топчик. А ну еще раз так нажми. Ух ты, а ну-ка.
Скриншотик надо делать такого по-любому. Класс. Классный, да? Да, у него даже зубы в животе. Раз, два, три. Тройная челюсть квадратная. Блин, класс. Ты потом сам рассмотришь. Они реально крутые. Ну давай, мочи меня. На, вот этот скример такой был более интересный. Но очень быстрый. Чёткий. Что мне нравится в этих демон-скримерах, они не орут, как чокнуты, знаешь, как пугают больше не скримером, а звуком резким. Тут именно картинкой пугают. Это клашно. О! Кабан, у него челюсти просто жесть, они такие страшные. Мне нравится, как он ходит, смотри. Он очень медленно ходит, и размер ноги 72 у него какой-то. Да, такой стрёмный челик. Ну, давай. На меня. Он меня сожрал. Так, ну что, это вроде все. А, вот еще волчара. А ну-ка. Я его рассмотрю. А как ты на четвереньках стоишь? Ты просто контрол нажимаешь? Ну да, пересит. О, у него с жопы провод торчит. Ну то ладно, может такие должны быть. Реально с жопы провод торчит. Ну давай, пугай меня. На меня. Вот это да, уже скример мы видели раньше. Но это классно, он, конечно. Так, давай теперь ты меня попугаешь. Да, давай. Я с удовольствием, Диман, это буду делать. Мне это нравится. Так, пилпак. Твистер. Погнали. Рассматривай его. Подожди, стой. Ты можешь какую-то способность показать на контрол? О, ты типа хватаешь меня. Да, ты типа поймаешь. Хочешь поймать меня? Мочить? Давай, кушай. На тебе. У него, знаешь, как... У него усы, как у кота такого. И ты и есть кот. Большой только. Ну чё? А, у тебя картинка, как и у меня, да, залипает чуть-чуть? Так, ты где? О, подожди, Фоксюшка. Я устал. Постою чуть-чуть. Вот это у него зубище. Так, там сейчас другие будут. У него прям в животе зубы квадратные. Смотри, у него... Я прям в зубы запрыгиваю. Ну-ка, покажи способность. А вот я уже нажимал, вот. А, вот просто с печки. Ну давай, да. Кушай. На балде. Пасть открыл и меня прям запихнул туда. Вот это у него стрёмная пасть. Вот это сейчас будет стрёмная. То была не стрёмная, вот стрёмный. О, подожди. Вау, я в животе у него. Смотри, как он делает руками, себе челюсть раздвигает, смотри. Да-да-да. Опа. Опа, ничего себе, а я туда запрыгну. У него не воняет со рта, Димон? Не знаю, я не чувствую. Вау, вот это у него зубов. Ребята, кто... давайте пишите, сколько у него зубов, считайте. Мочить? Давай. На тебе. Он просто своей башкой на меня махает. Да, он типа прописывает с головы тебе. Вот этот челик вообще классный. Устал немножко, очень покажи, медленно. Покажи, как он ходит, Димас, покажи, как он ходит. Руки вперед вытягивает. А вот на контр. У него маникюр какой, смотри, классный. Вот это у него еще тут. Ну-ка, сделай способность. Вот, контр. О, показывает что-то большое. Вот это у него, конечно, ногти. Ребят, смотрите, огромные ногти. Да. Вообще не стрикнера. Он аж мхом покрылся весь. Пророс уже. Давай, кушай. Есть такая буква в алфавите. И остался у нас волчара. Я сейчас, Димон, когда нажму на контр, смотри, что у него там торчит сзади. Ну-ка. Ух ты, блин, ты меня испугал, Димас, не бегай на меня так. Видишь, провод с жопы торчит, тут специальный проводок. Посмотри, что у тебя внутри. Подожди, стой там. Ну что, нормально? У тебя много чего. Всякие легкие, тут голова. У тебя в голове ничего нету. Ничего, пустая голова. Глаз один, короче, какой-то как гипноз какой-то делает. Да-да-да, он такой светится. Второй у него. Обычный. И ты наполовину волк, а наполовину аниматроник. Это аниматроники, короче, превратили волка в этот... В аниматроника. Давай хавай. На тебе. О, на, он меня рукой своей долбанул. Да-да-да, он так делает, это эпично, конечно.
Давайте пробежимся. Ой, вокруг. Прям вроде классно бежит. Я за него еще не играл ни разу. Он просто анимация, конечно, на высоте у них. Сделано, дайте твиста на аниматронике с душой. Ух ты, нифига себе! Я пришел пиццу кушать. Давайте мне доставайте пиццу. Большую. Стол побольше. Давайте, давайте. Время кушать. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.